Сёння ў апошні дзень лета прагучалі першыя званкі для школьнікаў. Навучальная ўстанова нумар 32 ў мікрараёне Лябяжы прыняла дзяцей упершыню. Тут адначасова змогуць набываць веды звыш 1000 вучняў. У цырымоніі адкрыцця ўдзел прыняў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Александр Косінец. Госці прэзентавалі школе бібліятэку больш як сотні кніг мастацкай літаратуры. На базе установы адукацыі адкрылася і школа футбалістаў. Хлопчыкі будуць праходзіць падрыхтоўку ў нацыянальную зборную. Мы будем уделять большое внимание туристическо-экологическому направлению, будем изучать историю родного края, историю нашего центрального района, а также в перспективе, переходя на профильное обучение на третьей ступени, мы будем вводить углубленное изучение иностранного языка английского, немецкого, и также будем изучать более углубленно русский и белорусский язык, чтобы в дальнейшем на третьей ступени образование перейти на мультипрофильное обучение. В городе Минске 1 сентября за парты сядут более 173 тысяч учащихся. Из них более 23 тысяч – это те, кто впервые сядут, то есть наши первоклассники. И, бесспорно, нас радует, что эта цифра ежегодно растет. Прибавляется на тысячу, на две, как последний год даже на 3 тысячи. Это говорит о том, что у нас растет население в городе Минске, и нас, как педагогов, бесспорно радует то, что количество первоклашек в школах увеличивается. Дарэчы, у новой 32-й школе 4 першыя класы. У полную силу школа запрацуе у наступным годе, после того, как увядуць в эксплуатацию усе дамы у микрорайоне Лебяжы.